Всем привет, друзья! В сегодняшнем видео хотел вам показать свою новую орхидею и рассказать, что с ней надо делать, как только вы принесли ее из магазина к себе домой. Это очень красивый сорт, у меня его в коллекции еще не было, и я решил себе его взять. Все магазинные орхидеи подвергаются заражению плесенью. Основная плесень образуется на стенках горшка, вот тут, и на палочках вот этих. Значит, что первое вы должны сделать, это убрать эту плесень с помощью перекиси. Берете вот эту перекись и ватные диски. Для начала нам надо вытянуть палочки из горшка. Для этого мы развязываем эту прищепочку. И вот вы можете уже видеть, что на ней есть много белой плесени. Смачиваю ватный диск. И протираем нашу палочку. Неразбавленной перекисью можете только протирать стенки горшка и сами палочки. Закрепляем вторую палочку. Когда вы вставляете палочку в горшок, смотрите обязательно, чтобы вы не проткнули корни. Следующий этап – это обработка коры от плесени. Для этого нам потребуется столовая ложка перекиси на пол-литра воды. Этой смесью вы полностью поливаете растение вместо воды. Также разбавленной перекисью вы протираете абсолютно все листья вот эти у растения. После этого вы должны свое растение отправить на карантин. Для этого просто поставьте его отдельно от других цветов. Если вам пригодились мои рекомендации, то подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем хорошего дня!